сегодня перед вами не просто 100 слоев челлендж. Вас ждет 100 слоев плюс богатая и дешевая еда челлендж. Вы где-нибудь вообще видели такое комбо? Погнали! Так-так, одно шоколадное яичко. Ну хорошо. Как много золотых яиц! А вот я сегодня объемся. У меня куча шоколадных яичек. Как же у вас много? Ты не плачь. Бе-бе-бе. У меня хоть и маленькое, но очень вкусное. Ай, что это? Что там такое? Это же монетка. Вкусно, да еще и деньги дают. Эта монета пойдет в мою свинью-копилку. Я все свои деньги храню в ней. Моя любимая хрюшка. Прекрасно, ты все, значит, теперь ем я. Я уже люблю эти яйца не меньше, чем ты свою хрюшку. Куда? Это еще что такое? Какой милый цыпленочек. Он просто пусечка. Какие же вы все неженки. И зачем мне эта курица? Зачем мне вся эта живность? А ну прочь с моего стола. Уходите. Прощайте, мои милые друзья. Вы закончили? Значит, теперь я. Сейчас как наемся. А, течет. What? Вот и поела. Как это мерзко. Это что же получается, все мои яйца куриные? Да еще и сырые. Это ты зря. Яйца атакуют, спасите. Теперь я вся липкая и мокрая. Да уж, поела. Зато мы посмотрели цыплят. И где наши вкусняшки? Сейчас все будет. Давайте смотреть. Что это? Странно. Совсем не странно, просто нужно немного полить. Что же это будет? Где еда? А вот и еда. Так, это нечестно, я все сделала, и у меня всего один кусок. Вот уж не знаю, у меня из арбузов целая башня. А у меня какие-то косточки странные. Но есть все равно можно. Как же вкусно. Странно, что это такое жесткое там застряло? Ого, это же камушки. Не просто камушки, это бриллианты. Есть у меня одна идея. Что-то я наелась. Но это еще не все. Ого, что это? Кажется, я знаю. Это чокер из настоящих бриллиантов. Вы когда-нибудь видели что-нибудь более дорогое? Хватит медлить, вашу очередь. Ладно, теперь я. Пожелайте мне приятного аппетита. Что-то косточек много. Вот и жуй свои косточки. Смеетесь надо мной? Тогда получайте. Эй, аккуратнее! Так вам и надо. Ты что наделала? Ой-ой. Теперь мы все липкие. Давайте есть арбуз. Согласна, как же вкусно. Совсем обнаглели, мой арбуз едят. Тортик маленький, но вкусный. У меня торт побольше, а значит и повкуснее. Мой торт просто огромный, то есть самый вкусный. Как же все это аппетитно выглядит. Джилл, начинай. Я всегда готова. Только гляньте, какой он красивый внутри. Я даже не представляю, насколько он вкусный. Теперь представляю. Очень вкусный. Настолько вкусный, что я просто не могу остановиться. Пальчики оближешь. Ты свои и правда лижешь. Вкуснятина. Какая же ты неаккуратная. Я доела, ваша очередь. Черт, теперь ем я. Самое время для тараканьего пранка. Сливки лишними никогда не будут. Таракан! Сработал пранк. Я сильная и смелая. Я убью его. Получай. Молодец, прихлопнула. Правда, я теперь вся в креме. Да и прихлопнула ты игрушечного таракана. Это был пранк. Блин, а кексы я так и не поела. Ничего, зато поем я. Какой же он высокий. Я сейчас. Куда это она? Не знаю.
Мне просто нужна эта лестница, чтобы добраться до верхушки торта. Вот так идеально. Как же вкусно. И аппетитно. Я возьму немного. Никто и не заметит. Крем очень вкусный. Моника, давай есть, пока Эмма там наверху сидит. Погнали! Я еще никогда не ела торта вкуснее. Что? Где торт? Как же вкусно! Это не мы. Мы не ели. Конечно, откуда крем на губах? Как вам не стыдно? Вот это да! Золотые попыты! В них и тыкать жалко. А у меня обычные, значит, буду тыкать спокойно. Я тоже могу тыкать, но в обычную пупырчатую бумагу так нечестно. Ого! Золото! Было бы круто иметь все из золота. Это так красиво. Пока ты мечтаешь, я немного потыкаю. Что за бред? Попыт даже не работает. Что? Как не работает? Конечно, он не работает. В него и не нужно тыкать, ведь он съедобный. Съедобный золотой попыт. Аппетитно. И так блестит прикольно. У меня теперь руки из золота. Как вам такое? Поменьше хвастайся. А руки очень даже красивые. Ваша очередь. Ладно, теперь я. Как же это круто! Это так затягивает! Я бы тоже хотела. Может, Джилл даст один разок ткнуть? А ну, убери свои руки! Ладно, только не рычи. Кажется, у меня идея. Мы сможем тыкать в твой попыт сколько угодно, а ты будешь сидеть в коконе, который я сделаю прямо сейчас. Ты что творишь? Теперь ты такая толстая. Выпустите меня! Еще чего? Ты посиди, подумай над своим поведением. Да я тебя! Такая неповоротливая! Помогла мне моя пленочка. Прикольно, цветные мармеладные рыбки. А у меня настоящая золотая рыбка. Она исполнит все мои желания. А у меня огромная куча вонючей рыбы, которую я терпеть не могу. Ого, это же золотая рыбка. Да, это она. Дай потрогать. Руки прочь. Ну и не надо. У меня есть вкусные мармеладные рыбки. Просто объедение. У каждой рыбки свой вкус. А дай мне попробовать. Упс, кажется, тебе не осталось. Не очень-то и хотелось. Рыбка, я хочу стать золотой принцессой. Теперь я чувствую себя настоящей принцессой. Я не только самая красивая, но теперь еще и самая богатая. Держите деньги, девочки. Как много денег. Много, говоришь? Их можно очень быстро потерять. Закрываю глаза или лучше уши. Ложись! Хорошо, что зонт был рядом. Ты что творишь? Я теперь вся в твоей рыбе. Так тебе и надо. Теперь ты принцесса рыб. К тому же очень вонючая. Пустая банка колы? И зачем она мне? Ого, сколько золотых баночек! Класс! У меня банки хоть и не золотые, но их просто целая куча. Ой, Эмма, смотрю, тебе не очень повезло. Да уж, вообще без колы осталось. Больше смейтесь. Вообще-то там есть кола. Одна капелька. Да ну вас! Эй, аккуратнее банками разбрасывайся, больно же! Не ворчи, лучше пей свою колу. Принято. Банок слишком много. Быстрее будет перелить все в один стаканчик. Это хорошая идея. Спасибо, но я и так это знаю. Ну что, поехали? Я очень быстро выпила много колы. У меня рекорд.
Ой, вдобавок еще и пузырьки. Классно. Один даже до меня долетел. Ну что, теперь моя очередь пить всю эту гору колы. Я как раз очень хочу пить. Наверное, вкусно. Что гадать, если можно попробовать? Вот же сколько банок. Ой-ой. Ты что натворила? Ты разрушила мою башню. Я просто хотела попить. Ты даже не представляешь, насколько я сейчас зла. Ну и как вам такое комбо из челленджей? Я считаю, что это было круто. Не уходите далеко. На мультидо-челлендж вас всегда ждет что-то очень веселое.